На индонезийском острове Бали проходит саммит глав МИД «Большой двадцатки». В мероприятии также принимают участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это первая встреча Лаврова и Блинкена после начала российско-украинского конфликта. Украинский кризис, глобальная экономическая и политическая ситуация – основные темы обсуждения встречи. Открывая мероприятие, министр иностранных дел Индонезии Ретно Мардузи призвала вложить конец войне в Украине. Наша задача – как можно скорее закончить войну, а споры решать за столом, а не на поле боя, сказала дипломат. Отметим, что глава МИД Великобритании прервала поездку на саммит Большой двадцатки в связи с кризисом в правительстве Бориса Джонсона и вернулась в Лондон. Отметим, что на 15-16 ноября запланирован саммит глав государств Большой двадцатки, который пройдет на Бали. Президент России Владимир Путин, получивший приглашение от руководства Индонезии, пока не принял решение о том, в каком формате он будет участвовать в саммите, заявил пресс-секретарь главы России.